Вообще, в прошлом году я даже еще не умела плавать, но увидела Сашин курс, ее личный, как она рассказывала про девочек, которые у нее тренируются, про свои поиски, находки. И я решила, что мне это надо. На новогодних праздниках я научилась плавать и пришла к Саше на курс. Это был трехдневный курс. Первый раз я у нее проходила. Она стала моим первооткрывателем в мир фридайвинга, можно так сказать. Это безумное ощущение свободы, тишины, спокойствия вместе с медитацией, с техникой дыхания. Это все вместе настолько меняет жизнь. Начинаешь какие-то вещи смотреть более просто, меньше волноваться, даже вот по работе я могу судить, потому что я стала намного спокойнее. Вот, я очень благодарна Саше и всем своим знакомым, кто интересуется водой, не интересуется водой. Всем рекомендую к ней сходить, хотя бы попробовать себя там уже. Может быть, кто-то заболеет этим, может быть, кто-то просто будет заниматься фридайвингом как видом спорта.